растет. Опа! Возле дома калина. Так раскрыт цветет. Вот на мою добегу. Живет, живет в этом доме калина. Твоя река. Все туда не найду. Эта песня звучит как будто только для нее. Но в отличие от героини музыкальной композиции, до Галины Лакеевой нередко доходят ее выпускники, чтобы вспомнить школьные годы. А сколько их пересчитать невозможно. Педагогический стаж Галины Викторовны – 63 года. 20 лет проработала в Норильске, потом переехала в Одинцово. Но я больше ничего не умею делать, только учить детей. Это у меня хорошо получается. Я знаю, как учить и чему учить. Она помнит всех своих учеников и даже их родителей. Знает, как найти подход к любому ребенку. Признается, секретов нет. Просто с детьми нужно разговаривать, как со взрослыми. За профессионализм и вклад в развитие образования Галине Лакеевой вручили благодарственное письмо губернатора. Своим трудом, своими достижениями вы показываете пример для тех, кто только начинает свой трудовой путь и... Позвольте сказать вам огромное спасибо за работу на благо Московской области и ее жителей. На торжественном собрании, посвященном областному празднику труда, педагоги, медики, работники культуры, ЖКХ, сельского хозяйства, торговли. За профессиональные достижения и вклад в развитие региона их наградили благодарственными письмами губернатора, почетными грамотами Мособлдумы и благодарностью от профсоюзной организации Подмосковья. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».